Депутаты городской думы подписали меморандум о сотрудничестве с администрацией Ульяновска. Соглашение заключается ежегодно при принятии бюджета на будущий год. В документе прописывают адресные перечни по всем видам работ, которые планируют провести за счет городской казны. Так, например, в бюджет закладывают средства на ремонт дорог, а в соглашении прописывается, где именно его выполнят. Данное соглашение заложено работы на 2,5 миллиарда рублей. Это различные виды работ, начиная с обрезки аварийных деревьев. Это ремонт школ, детских садов, объектов культуры, спорта. Какие работы необходимо провести в конкретном округе, решают на собрании жителей вместе с депутатами. Такие встречи проводят регулярно. Для того, чтобы правильно определить объемы, для того, чтобы обещания исполнялись, и обещания давались только под существующие и запланированные денежные средства. На недавней встрече было принято решение о ремонте дворов на Промышленной 78 и Шолмова 3. Ремонты не делались много-много лет. Проезжая часть разбита. Самое страшное – тротуары разрушены, подходы к подъездам разрушены. И дабы люди, чтобы не травмировались, будем восстанавливать. Соглашение будет пополняться наказами жителей областного центра. И в следующем году работы будут выполнены с учетом дополнительных доходов 2022.